Ген. Ген, ну ты как? Да вот собираюсь пойти футбол погонять. Что спрашиваешь, не видишь, что ли, как я? Ну, извини, извини. Как тебя хоть так угораздило-то? Боролся за священное право каждого гражданина, за свободу. От произвола властей? От Даши! За вас, мои верные друзья! Если я на мели, вы всегда угостите меня кружечкой пива. Причем уже восьмой. Хорошо, но мало. Еще. Все, Ген, халява кончилась. Хочешь еще пива? Отработай. Спой вам в караоке, что ли. Вы что хотите, чтобы я за кружку пива развлекал всю эту толпу, что ли? Ну да. Да легко. Внимание, дорогие друзья. Сейчас вы услышите голос души, жаждущий пива. Вот до чего докатился. Скоро в электричках петь будешь. Певун! Ну-ка, дай-ка сюда. Вася, запускай! Дорогие друзья, сейчас вы услышите голос души, жаждущий круассан. Даша, отдай микрофон. Отдай! Даша! Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза? И слова припомню все, и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос, сердце мое, звучит звенья. Никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Похоже, нас сейчас закидают едой. Хоть бы это были круассаны. Ну, поесть не судьба, а вот пиво я сегодня, пожалуй, еще выпью. Как приятно дарить людям радость. Поздравляем! Да, прямо короли сцены в захудалом баре. Где тусуются одни только неудачники. Ну, оно и видно. А мы с Леночкой здесь случайно. Молодой человек, вы посчитайте нас, мы уходим. Конечно. Позвольте ваши карты постоянных посетителей. А зато мы не размениваемся на выступления по кабакам. Скоро мы с Толиком будем петь на большой сцене. Нас пригласили принять участие в конкурсе семейных дуэтов «Поем вдвоем». Вы будете вдвоем петь на большой сцене? Смейтесь, смейтесь. А мы завоюем главный приз конкурса – 5000 рублей. 5000? Я теперь ринг-герл. А это где, в апартаментах или на трассе? Ой, дурак. Ринг-герл – это девушка, которая на боксерских боях выносит табличку с номером раунда. Я прошла кастинг, и завтра у меня выход. И сколько денег? 500 рублей. Что-то не густо. Да я сама офигела, как дешево они за кастинг берут. Так это ты им заплатила? Ну да, что такого? Теперь я пробьюсь в этот, как его, блин, специально же запоминала. Сейчас. Точно, я пробьюсь в высший свет. С чего бы? А с того бы. Ты знаешь хоть, кто на эти бои ходит? Вот ты там хоть раз был? Ну, не был. Вот, видишь? Потому что туда крутые перцы ходят, а не лохи нищие. Я вот, например, знаю, что туда точно ходит Дерибаска Андрей Борисович. Ну, олигарх. Я хочу его зацепить. Да нафига ты ему сдалась? А вот и сдалась. Я, между прочим, в интернете прочитала, что он любит девушек с большим номером. Ну, и при чем тут ты? А при том, что я выбрала табличку с 12-м номером. Самым большим, понял? Русалка слушала, смеясь, его наивные признания. Огонек любви погас, осталось разочарование. Он понял все и смог сказать: ты так прекрасна и невинна. Быть может, будешь вспоминать про одинокого дельфина.
сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Великолепно! 9 баллов из 10! Это лучший результат! Скажите, как вам удалось так хорошо подготовиться? Я отвечу. Полгода репетиции, курсы вокала, уроки сольфеджио, плюс дважды в неделю я хлестала мужа плетью. А это что, тоже помогает? Ну, не знаю, а вдруг? Вы набрали самый высокий балл среди выступавших. А так как участников больше нет... Есть! Мы тоже хотим спеть. А мы протестуем. Гена и Даша не были заявлены. Это свободный конкурс. Здесь могут петь кто угодно. Встречаем новых участников. Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе, берегу твой голос в сердце моем. Звучи с меня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Поздравляю! Вы победили! То вам достается главный приз – 5000 рублей! Да! На этом объявляю конкурс закрытым. И я уверен, кто бы ни получил приз, победила дружба и взаимоуважение. Пока, лузеры! Отправляйтесь в бар для лохов. Минушка, как же так? Они унесли наши деньги. Ничего, Толик, мы им страшно отомстим. Они еще долго будут вспоминать меня. Я одинокого дельфина. И что? И то. И это, зацепить хочу. Ты что, здесь самый умный, что ли? Вообще-то да. Я специально следила. А вот на меня посмотрит. Потому что у меня номер больше. А тут весело. Прям как у нас на дискотеке. Нокаут, бой окончен. Ты что, как окончен? Я еще не выходила. Ну и ладно. В следующий раз выйду. А вот для меня деньги не главное. Есть кое-что и поважнее. Важнее денег? Я говорю о нас. Мы в последнее время так часто видимся, репетируем. Ну, нам так хорошо вместе, весело. Мне кажется, наши отношения налаживаются. Не пора ли нам, ну, помириться? Пытаясь помириться, ты затеваешь ссору. Почему? Да потому что мне не нужны серьезные отношения с тобой. Меня устраивает и так. Созвонились, встретились на нейтральной территории, 3 минуты ритмичных телодвижений, вспотели и
Все. Песня закончилась. Ну, Гена! Чисто деловые отношения. Вот они, мои герои. Вот. Адам. Я, Семен Маркович, продюсер, организатор фестивалей. Рад сообщить вам, что вы прошли в финал всероссийского конкурса караоке, который состоится в Москве. Основной главный приз – 1 000 000 рублей. Миллион? Миллион! Кроме того, вас поселят в 5-звездочном отеле. Бесплатный бар, спа, джакузи, массаж. Ежедневная икра с шампанским постель. А можно икру в разные постели? Ну, в смысле, можно предоставить 2 номера? Вы что, с ума сошли? У нас же конкурс семейных пар, который призван показать, как муж и жена счастливы вместе. Почему-то, глядя на вас, приходят в голову именно эти слова. Короче говоря, ваша задача хорошо выступить. Ну, я плачу грим, костюм, банкет в случае успеха. Ну и, конечно, счет из вытрезвителя. До связи. Бай. Гена, он думает, что мы муж и жена. Это наш шанс. Но мы должны будем жить в одном номере. В номере с джакузи, бесплатным баром. Где все такое классное. Все, кроме тебя. Так, я не поняла, ты что, отказываешься? Джакузи, бар, спа, массаж, икра. Даша. А миллион-то? Едем. Как я обещал, номер просто чудо. Ужас, сколько я за него заплатил. И все почему? Все потому, что всегда приятно делать приятное людям, когда знаешь, что все вернешь с процентами. Вы можете стать символом конкурса? У вас такие небесно чистые глаза. Полотенце не воровать. Ну, вот мы одни. А потому обсудим условия. Мы теперь бизнес-партнеры, а поэтому должны соблюдать и деловую этику. Я тут составил небольшой договор. Прошу ознакомиться. Пункт 1. Один из участников дуэта спит на кровати, а другой на полу. Так, а кто на кровати? Тот, кто займет ее в первый день. Пункт 2. Один из участников дуэта ест, что захочет, а другая, что останется. С этим, я надеюсь, тоже все понятно. О намерении переодеться участница обязана предупредить участника не менее чем за 20 минут. Это для того, чтобы я смог спокойно допить пиво и закрыться подушкой. Я не буду подписывать эту хрень. От многих пунктов я могу отказаться. Серьезно? Вполне. Читай примечание. Примечание. Участница вправе выкупить отдельные пункты договора по стоимости, установленной участником. Прейскурант прилагается. Гена! Как ты можешь? Я мечтала, что у нас все наладится, что ты вернешься, и ты будешь всегда рядом. Такой добрый, такой веселый, такой голодный. В договоре ясно прописано, участнице запрещено мечтать. Ну ты и гад. Что творишь? А ну дай сюда. Дай сюда, обезьяна рыжая, дай сюда. Ты иди-то знаешь куда. Дай сюда. Извините, что побеспокоил вас в столь интимный момент. Но нас ждут.
Вас считают фаворитами конкурса. Скажите, в чем вы черпаете вдохновение? В любви. Я так люблю свою супругу. Как же вам удается так долго сохранять себе эту любовь? Ну, это несложно. Вы только посмотрите на мою жену. Красавица, умница. А какая хозяйка? Уверен, другой такой хозяйки вы не найдете. Ох, Даша, вам можно позавидовать. У вас такой муж. Нежный, тонкий, романтичный. Да, уверена, что другого такого романтичного вы не найдете. Похоже, ваш брак можно считать эталонным. Именно. Тогда разрешите вас сфотографировать для фестивального постера. Постойте! Оказывается, они вовсе не муж и жена. Что за бред? А откуда эти сведения? Из достоверных источников. И вновь победа за нашим чемпионом Виталием Алексеевым нокаутом в 5-м раунде. Ты что? Ты совсем обурел? Не понял. Я тут, блин, третью неделю сижу как дура, на ринг выйти не могу. Потому что ты всех гасишь. Че, бицуху расперла, а? Здоровье до хрена. Ты... Я тебе сейчас как в конопачу этой табличкой по башке от стены никто не отдерет. Первый раз такую девчонку вижу. Ты во всем такая горячая. Ты на что, Коль, намекаешь? Тебе со мной вообще ничего не светит. А если договоримся? О чем? Ну, смотри, тебе же нужно, чтобы я довел бой до 12-го раунда. Ну? Ну, а мне нужно, ну... Можем баш на баш. Ну, какой нафиг на баш? Ну, говори ты яснее. Ну, за это, после боя, мы сходим на свидание. А, ну, это другое дело. Конечно, я согласна. Как вы могли меня так подставить? Я вбухал в вас такие бабки! Грим, костюм, рекламная кампания в прессе. Запомните, в искусстве ничего нельзя добиться обманом. Здесь важнее бабки и связи. Короче говоря, я договорился, вас не исключат. Ура! Ура! Но для этого вы должны немедленно расписаться. Короче говоря, сейчас прямо отправляемся в ЗАГС. Там все уже схвачено. Проходите без очереди. Ну, а случившееся назовем нелепой ошибкой и спишем все на чиновников. А при чем тут чиновники? А на чиновников все списываю. А что случилось? Я... Юна, а ты что, ты не хочешь расписываться? Геночка, ну не дури. Ну, вы же фавориты конкурса. Вам-то чего осталось? Просто выйти, спеть и все. И получить 1 000 000 рублей. Я не могу. Вы после этого конкурса поедете на следующий конкурс. На европейский, на всемирный конкурс. Да. Вы станете супер-мега-звездами. О, да. Вы будете выступать на самых престижных площадках. На арене Олимпийского. На сцене Кремлевского, на корпоративах гособщиков и нефтяников. О, да! Хочешь стать супер-мега-звездой? Хочу. Значит, ты согласен расписаться? За одно слово «нет» такие побои. Я даже мог себе предположить, что Дашка так взбесится. 40 ударов. Кулаками и тяжелым тупым предметом. Головой. Ну, так надо было сказать «да». И потерять свободу? Ни за что. У меня еще есть, знаешь ли, достоинство. Подложи под меня утку, а? Толик? Я. Здорово, рад тебя видеть. А ты здесь что делаешь? Анатолий, дело очень деликатное. В общем, Букин выбыл из конкурса, и я срочно ищу ему замену. Но так как у нас конкурс семейных дуэтов, то... Нет, я не могу вас просить об этом. Я не могу вас просить совершить подлость. Не, постойте. Вы хотите, чтобы я развелся с этой бездарной Леной, расписался с Дашей, и мы вместе выиграли бы конкурс? Да, пожалуйста. Тем более, что мы с Леночкой, если честно...
Не пара, не пара, не пара. Я же не знал, что Лена тогда была рядом и все слышала. Как вспомнил ее взгляд. Данила, подложи-ка под меня утку. Одиннадцатый раунд, бой. Ты все еще надеешься выйти на ринг? Да смейся, смейся! У меня тут все скумачено. Ты чего? А ну прекрати, говорю! Эй, посмотри, что ты теряешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Аут, бой окончен. Да будь ты проклят, 12-й номер! Толян, а знаешь, кто главный виновник всех наших бед? Кто? Продюсер. Это он нас во все это втянул. Спасибо, голубчик. Семен Маркович, это вы? О, туда. Эх, Гена, я такие бабки на вас потратил. На раскрутку, на костюмы, на рекламу. Все зря. Прогорел. Я ведь просто всем хотел показать, какое это счастье. Семейная жизнь. Кто это вас так? Жена избил.